Бан. Ой-ой-ой. Мутант. Откуда такие красивые, бля? Ладно, не буду пугать. Эй, боты! Чё там, да, есть? Нет, это боты меня тут пушить. Сука. Буянов, убери с меня черную метку. Капец тебе, служивый! Да, да. Блять. Буянов. Где он? Он знает. Так. Но идешь? Рашить-то будешь? Или теперь я должен тебя рашить, то что ты зашел ко мне? На лаве дождя нету, но в этом плюс, да. Ты еще живой остался после гранаты, what the fuck? Вот она где взорвалась, смотрите, граната, видите?
Таркове так не принято, так скажем. Блять, за что? Каждый тебе, сука! Так, ладно, два бомжика есть. Пойдем дальше. Кто-то лег там, встал. Двое, что ли? Один убегает, один вот здесь. Минус один. Один левее. Во времянке. Один слева. Так, осталась времянка. Нет! Тихо, ноги, ноги. Мне интересно, подождите. Сейчас посмотрим. Так. Как у него странно аптечки расположены. Нюхает микрофон. Чует, что пахнет тот дело какой-то засадой. Так, расчекал. Угу. Digga, er liegt da wie eine kleine Nutte. Es geht schon wieder genauso los wie vorher, Alter. Wirklich. Ey, das kannst du keinem erzählen, wirklich, ja. Digga, du bist auch ein Enjoy-Air, Bruder. Er kann nicht mal in... Er kann nicht mal Enjoyer schreiben, dieser Hurensohn. Kann nicht mal Enjoyer schreiben, der Hurensohn. Бля, сейчас умрет, чат. Надо быстрее собраться, чтобы еще раз его поймать. Хо-хо-хо! Вот тогда будет, да. Быстро. Ладно, настало время настоящего геймплея, чат. Какая неприятность. Ай-яй-яй, да. Ну, плохо сыграл, чел. Плохо сыграл. Не прочекал все углы. Фига, у него маршрут интересный. Подползти решил под трубой. А чё он прямо не бежал? Странный. Понятно.
здесь, ну, для стримов он выглядит скучным, мне кажется. Тем более в соло, когда если тебя убивают, то ты теряешь все. А лут на сервере, ну, не появляется, просто от нечего делать. Должен произойти рестарт, все дела. Чтобы появился новый лут, с которого ты мог бы пострелять каких-то других игроков. Если тебя убили и нового лута нет... Что такое было? То, ну, ты безоружный. Это бот по мне стрелял? Это не бот, это дурачки. Блин, а сумок они с собой не носят, да? К сожалению. Нет! Фух! Не, ну мы хотели сегодня денег пофармить. Мы пофармили. Сколько они нынче стоят-то там? 48 лямов. Их покупают вообще за такие деньги-то кто-то хоть? Ёп. Вы что, разорот, погнали? Кстати, о деньгах. А сколько будет стоить рейд на развязку под Моргенштерна в надувном бассейне? Заполнить полоску под вебкой. Я думаю, примерно столько. А, он там? Как же он хавает 61-е патроны? Просто забей, блин. Норм, надо брать. Опачки. Что? Хм.
Бля, кажется, кто-то есть. Да, он. Ну чё, рано рот, погнали на... Ёбаный рот! Ну это уже минимум 10%. Блять, я так и думал, так и думал, что сейчас кто-то по-любому за мной прилетит. Не может быть два рейда таких. Хончонг? Ну да. Так, я должен Ане отправить скриншот срочно в чат. А, не, она 5 лямов стоит, так-то норм. А медички 2 ляма. Да нас это устраивает вполне. Нас это устраивает. Достал из них красную карту. Продал ее. В следующем рейде сразу же с этих же самых боссов достал желтую карту. То есть два рейда подряд. Красная, желтая карта, короче. Не знаю почему, но вот так повезло. Непонятно, с чем это связано, везение было. Ладно, тогда я вас оставлю и пойду покушаю что-нибудь, чатик.